Здравствуйте. Добрый день. Что вы думаете насчет изменения Конституции Российской Федерации? Насчет Конституции? Ну, я так скажу. Если сейчас взять Конституцию, книгу, в смысле, открыть ее и начать читать вслух, то это будет звучать как содержательная часть обвинительного приговора по уголовному делу в отношении существующей власти. Как бы сама Конституция Российской Федерации, с моей точки зрения, содержит все для того, чтобы человек и гражданин этой страны мог защитить себя, свою честь и достоинство. И мог достойно проговорить. Но инертность и трусость большинства приводит к тому, что многие статьи данной Конституции не работают, не используются. И поэтому они не жизнеспособны. Я считаю, что Конституцию надо не менять, а научиться пользоваться теми правами и свободами, которые в ней закреплены, научиться мужественно отстаивать их, бороться за них и добиваться их исполнения. В общем, я против изменения Конституции.